Идея создать в нашем пограничном городе туристско-информационный центр зрела давно. И вот спустя год задумка обрела реальные черты. На днях по инициативе Брестского городского исполнительного комитета на базе республиканского унитарного предприятия «Центр Курорт» прошла торжественная церемония открытия туристско-информационного центра «Брест». Задача главная – это продвижение темы туризма, это продвижение и привлечение туристов к нам в Республику Беларусь, в том числе посредством большей информации в сети интернет и так далее. Считаем, что вот создание такого туристско-информационного центра, оно сыграет свою определенную роль в том, чтобы получить, конечно же, нашему городу больший доход от оказания туристских услуг. Сотрудники нашего центра смогут всегда дать полную информацию гостям и жителям города о достопримечательностях, музеях, работе общественного транспорта, что можно посетить, где можно остановиться. Они смогут у нас взять рекламную продукцию, путеводители, карты города, которые у нас есть на нескольких языках. Информационный центр в первую очередь рассчитан на въездного туриста, который не всегда и сразу в состоянии сориентироваться в чужом городе или стране. Поэтому для таких гостей Синёка информация на родном языке о том, куда можно сходить элементарно пообедать и где переночевать, в буквальном смысле на вес золота. Тем более, что иностранцы в нашем городе явление нередкое. Совсем недавно к нам приходил гражданин Мексики, который интересовался, где можно остановиться, что можно посетить в городе Бресте. Специалисты владеют иностранными языками у нас в отделе, поэтому предоставили ему полную информацию, путеводитель на английском языке. Он остался доволен. Открытие вот этого информационного центра для города будет таким дополнительным подспорьем в плане узнать, что же в городе Бресте есть дополнительно, особенно для гостей. Да, я думаю, и жители города сами будут приятно удивлены, может быть, какими-то возможностями. Опять же, может быть, даже не все знают, что недавно в крепости открылся новый музей. Та же Брестская крепость открыла музей «Пятый форт». Вот, понимаете? Поэтому вот этот центр, он как раз для того, чтобы люди могли узнать, где что интересное есть в городе Бресте и в области. Сегодня в Брестской области 12 центров, которые занимаются развитием туризма. В ближайшее время подобные учреждения ждут открытия в таких городах, как Баранович и Пинск. Их появление станет прекрасным подспорьем для привлечения гостей из-за рубежа, что, в свою очередь, благотворно скажется на пополнении областного бюджета.